осенью на телеканале Ю стартует самый масштабный телевизионный проект в области модной индустрии. «Топ-модель по-русски» — 4-й сезон. Вести шоу будет известная топ-модель Ирина Шейк, а саундтрек для реалити записал главный русскоязычный артист современности Иван Дорн. Стыцамен рассказывает нашей съемочной группе, как, по его мнению, должна выглядеть идеальная модель. В каждой стране есть какие-то стандартные размеры. Мне кажется, что идеальная модель — это которая, под которую ничего не подшивать. Никакие размеры, ну, все размеры абсолютно фит. Они все подходят. Продюсеры реалити-шоу уверены, что мода капризна и изменчива. Именно поэтому для проекта о высокой моде как нельзя лучше подойдет что-то новое и современное. То есть новая композиция «Топ-модель по-русски» от Ивана Дорна. Кроме того, что Иван записал саундтрек «Топ-модель по-русски», в скором будущем он планирует порадовать всех поклонников еще кое-чем. Зимой мы сядем за написание нового альбома. Мы отказались от гастрольного графика на 2 месяца ровно, январь-февраль. И начинаем плодотворно работать над новым материалом, над новыми песнями. Записывать новый альбом Дорнобанда планирует не как свою первую и единственную пластинку. Парни хотят подойти к сочинению материала абсолютно по-другому. Мы хотим подойти к этому глобально, как все рок-стары. Приехать в какую-то студию в каком-то другом городе, вообще другой страны абсолютно. И, возможно, закинуться алкоголем и начать писать что-то новое. Главное, с горячительными напитками не переборщить, а то еще попсень выйдет какая-нибудь. Иван Дорн, Андрей Григорян, Андрей Скрыпкин. Про новости.